В Дагестане сотрудники полиции задержали 23-летнюю закладчицу наркотиков. При личном досмотре у жительницы Карабудахкенского района обнаружили 4 полимерных пакета с мефедроном. Девушка собиралась продолжать реализовывать запрещенные вещества через тайники закладки. Месяц назад она вместе с мужем были задержаны по подозрению в сбытии наркотических средств в особо крупном размере. Однако из-за наличия малолетних детей мерой пресечения был избран домашний арест. На данный момент возбуждено уголовное дело. Потом уже было безвыходное положение. Нас напрягали, хотели, чтобы мы отдали деньги. И в безвыходности мы работали на этой работе. Понятно. А в Телеграме у кого брали? Мы не брали. Мы работали.